Любовь, она делает нас красивыми, понимаете? Красота же, она в чем? Она в способности преодолевать собственный эгоизм, способности что-то отдавать, не ожидая взамен. Вот это красиво. Какой вы поступок назовете красивым? Который сделан с расчетом или который сделан от сердца? Я думаю, тот, который от сердца, вам покажется. Вот хороший поступок, да, прекрасный, красивый. Ну так это же как бы не эгоизм, ну такой примитивный, глупый. Вот. Нет, это... Вот, поэтому отдавать, понимаете? Вот что такое любовь. Отдавать. Некоторые, правда, думают, что это как его... Ну, по молодости, что любовь — это что такое? Это вот как бы отдавать себя. «Ваня, я ваша навеки!» Или как там? Ну, это мультик был такой смешной. Себя не надо отдавать. Вот. Надо отдавать то, что человеку нужно. Понимаете? Любимому.